Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, где будем тестировать новинки 4-го каталога Фаберлик. Итак, поехали. Сейчас будем с вами приклеивать вот эти пластыри. Детокс. 10 штук. Первый раз их пробую. Так, картинка где-то тут крупно была. Прям крупно. Вот он, 110-16. Они у нас с вами в обновленном дизайне. Носочки новые приготовила на ночь одеть. Так, я уже почитала, смотрите, у нас тут с вами открыть упаковку, снять защитный бумажный слой вдоль линии разреза. Достаем. Открываем. Видим внутри два пластыря и вот такая бумажка. Она, наверное, для фиксации нам нужна. Так, смотрим дальше. Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой вдоль линии разреза. Наклейте пакетик с порошком в центр пластыря. Господи, сейчас будем пробовать. И таких, кстати, они вместе были. Так, открываем пластырь. Приклейте к пластырю этой стороной. Ага, защитный слой. С одной вот такой бумажки полосочку пока ставила. Так, как нам с вами? Вот так, наверное, или вот так можно сделать. Ай, прилипаю. Так, приклеила. Потом эту полоску снимем. Так, дальше. Расположите пластырь в центре стопы. Аккуратно приклейте. Пластыри должны действовать не менее 6-8 часов. Удалите использованный пластырь. Эту стопу будем делать, не прикасаясь к потемневшей части. Даже прикасаться нельзя, представляете? Тщательно вымойте стопы. Так, только для наружной, применять детям до 14. Что-то такое еще интересное. И сонка нельзя, и кожная аллергия открытыми ранами, экземы. Беременность кормящим. Состав: бамбуковый уксус, древесный уксус, декстрин, растительное волокно, турмалин. Ага. Хитин, хитозан, анионы. Как в прокладках Фаберлик. Прям, слушайте, может попробовать прокладки на ночь Фаберлик приматывать. Смеюсь. Вот, еще здесь один раз в сутки перед сном, после до 9 часов вечера. Но я не успела уже, чуть попозже у нас. Так, при обостренной боли можно использовать 2 раза в сутки, меняя каждые 12 часов. На чистую, вымытую, лучше распаренную, высушенную кожу. Обычно, ну у меня не распаренная, но чистая, высушенная после душа. Обычно пластырь наклеивают на стопы, но в случае возникновения боли в суставах и мышцах непосредственно больное место. Слушайте, надо на поясницу попробовать. Но почему нет-то? Все клею. Клею и утром к вам возвращаюсь. А что у нас заявлено, собственно говоря? Выведение токсинов из организма, улучшение обмена веществ, улучшение состояния кожи, на лицо что ли клеить, и коррекция фигуры. На живот налепить можно. Интересненько. А вы, кто пробовал, обязательно пишите, что, как, да куда лепили это вообще. Так, ну что, девчонки, у нас уже утро. Смотрите, я на носочках вижу, что здесь что-то отпечаталось. Вот такого вот цвета. Сейчас будем снимать, смотреть, что там. Такая вот тут красота. За черное написано «Не браться». Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. В общем, буду продолжать делать непрерывно. Я пожалела, надо было 2 пачки взять. Цена вопроса не такая большая. Ну ладно. Буду делать непрерывно каждый день об эффекте вам рассказывать, если будет. Серия «Вербена». Гель для умывания и тоник. Сейчас будем с вами пробовать. Так, артикул 0977 гель и тоник у нас с вами 0982. Что хочу сказать по гелям для душа новым, красивым, ярким, и по мисту Витамания. Аромат на теле остается, то есть они отлично пенятся, гели, все здорово, все замечательно. И немножко, ну то, что подсушивают, но нет от них какого-то питания. В целом нет, нормально. Обычный, хороший, классный гель для душа. Плюс такие красивые пенисы. Отлично моют, отлично, все здорово. И аромат остается на теле. И от миста аромат остается на теле. И есть легкое увлажнение. Вот у меня, допустим, в некоторых местах на теле кожа зимой сохнет. Но это все понятно. Отопление и так далее. И вот сбрызнув после геля для душа мистом, не было ничего, никакой сухости. Все отлично. 29.12. Вот этот нравится. А тот, который вот с ананасом, не знаю, куда девать, потому что он такой вот фу-фу-фу. С тухленочкой, мне не понравился. Вот этот хорошо звучит на коже. Действительно, манго и папайя. Все здорово, вкусненько, и тоже он как-то вот показался мне более стойким. Если прошлые мисты я практически через 5 минут уже не слышала их на теле, здесь, ну, около часа, то есть уже прогресс. Так, и сейчас мы будем с вами умываться, у нас будет утреннее умывание, поэтому я пока не пробую, как он снимает макияж, распечатываю. Мы будем именно смотреть, как он очищает кожу после ночи. Вот такой прозрачный гель. Такой прям плотный гель-гель, пенится на лице начинает. И вроде как все неплохо. У меня тут простуда выскочила. Несколько лет уже не было, а тут решила выскочить. Пахнет, да, лимонником. Но он какой-то тут такой лимонник. Не как в тонике и в мицеллярке, в прошлой версии, вот, допустим.
какой-то не кислый лимонник, он такой травяной, запах лимонника. Вот так с вами пройдемся. Я знаю, многие девчонки любят вербену. Напишите, девчонки, как вам кремы. Я не беру, потому что мне кажется слабоватым. Мне кажется, в 40 лет уже надо такую артиллерию помощнее. Но многие пишут, что прям на ура заходит. Так, вот, сейчас будем смывать. Помассировали все. Слушайте, ну пока неплохо. Кожа такая очищенная и матированная. Нет здесь никакого увлажнения, питания нет. Но увлажнение легкое, может, так вот слегка. А так она матированная, неплохой гель. Я, может, на лето его оставлю. Посмотрю сейчас, как будет себя вести на моей коже. Смочила диск тоником. Тут уже поярче аромат вербены. После тоника можно делать свои масочки уже, уходовые какие-то, да, и потом после масочек опять пройтись тоником. Я вот так обычно делаю. Но не всегда перед масками тоник наношу. У нас сегодня с вами туши еще предстоят. Еще хотела вам рассказать по зубной пасте детской. Сейчас посмотрим, как тоник впитается. По зубной пасте. Ура, ура, Крис понравилось. Вы знаете, прям вообще. Это у нас с вами Ума, артикул 2886. Вчера попробовали, да, зашла. Нет здесь совсем мяты, вот этого ментола, который поджигается, которым она не может вообще чистить. Поэтому очень понравилось. Слава богу, Фаберлик есть паста. Пусть она 3.0, 3+, я не считаю, что это страшно. Крестюшке скоро 2, и у нее полный комплект зубов. Поэтому вот этой пастой чистит, и вроде как ей нравится. Поэтому отлично, надо будет взять еще в запас. Так, по тонику почти впитался. Ну, неплохо тоже, но неплохо. Обычный тоник, липкости никакой нет. Кожа стала как-то поувлажненнее. Вот после умывалочки, если она прям такая была матированная, слегка стянутая, здесь прям поувлажненнее, такая хорошенькая, все замечательно. Буду пользоваться дальше, буду рассказывать. Я уже вам совсем подробные отзывы буду дублировать в обзоре каталога, когда уже я неделю всеми средствами попользуюсь и будет что сказать. Теперь патчи. И хочу еще, знаете, что попробовать. Вот этот бальзам, который у нас с вами для носа, да, ну, от насморка, от шелушения и так далее. Может, мне как раз болячку, простуду помазать. То есть там простуды уже нет, уже болячка. Вот она в таком месте, я не трогаю, и пусть сама потом отвалится, чтобы никаких шрамов не оставалось. Герпес он такой. Может, попробовать помазать? Пойдемте. Вот он, этот фитобальзам из линейки Эксперт Фарма. Артикул 28-27 для кожи вокруг носа. Помогает справиться с неприятным спутником насморка, раздражением кожи вокруг носа и губ. Масло ши, миндальное. Так, способ применения мелким массирующим движением. Нанесите фитобальзам на кожу вокруг носа, на крылья носа по мере необходимости. Я как-то думала, что над насморком, может быть, можно в нос его закладывать. Я почему-то так подумала. Но нет. Ну, давайте с вами болячку намажем и посмотрим. Тут такой травянистый аромат. Маслами пахнет. Сильно-сильно прям выраженный аромат маслами. Даже немножко звездочкой. Так, похожу. Так, ну что, теперь тушь. Макияж уже сделал. У нас остались с вами две новинки. Одна из них прям экстра удлинение, другая экстра объем, другая next level. То есть все они у нас с вами объемные. Давайте начнем с розовой. Я на один глаз буду наносить одну, на другой глаз другую. 553-78 артикул вот этой Next Level. И давайте с нее начнем. Здесь интересная такая кисточка силиконовая. Объем, кстати, у туши большой. Мы с вами читали. Здесь 9,3 мм. 6 месяцев открыто. Так, давайте начинать с нее. Вот этот глазик. Пока вот хорошо как-то ложится, разделяет. В этом плане все отлично. Аромат у нее такой, ну, аромат туши. Вот смотрите, первый слой. Мне нравится, пока очень нравится. Знаете, на что похож? На мисс Кёрл. Пока вот на мисс Кёрл. Так, тихо, лампу не тырь с девочками. И нижний прям так хорошо прокрашивает. Здорово. Так, это у нас с вами первый слой. Все прекрасно. Разделяет. Разделяет очень хорошо. Объем вижу. Никаких комочков, никаких таких вот слоев, как будто естественные реснички. Очень здорово. Очень прям вот. Мне прям уже с первого слоя понравилось. И, кстати, наносила на простуду вот этот бальзам, да? Был холодок и легкое пощипывание. Я вот не знаю, насколько это комфортно будет вокруг носа. На следующий, наверное, точно нет. И деткам, ну, не уверена, что тоже будет комфортно. Так, артикул 503-73. Теперь на другой глаз берем с вами другой. А так вот, смотрите, как здорово, хорошо. Здесь у нас уже такая кисточка, которая в серединке немножко скругленная, знаете? Не скругленная, а уже, как песочные часы, вот по такому типу.
Давайте пробовать ее. Ой, тут как-то прям вот сразу удлиняет. Почему-то мне вот это вот в глаза бросилось. Кисточка совсем другая, прям другая. И мне, вы знаете, пока вот по нанесению больше нравится наносить кисточкой, которая в розовой туши. Удобнее мне. А там тоже разделение, тоже удлинение, но видно, что это другой продукт. Вот. Сейчас попробую объяснить разницу. Сейчас посмотрим. Но вот такого объема нет. И она все-таки их склеивает. Если вот здесь вот каждая разделена, прям такое ощущение, что я приклеила ресницы, да, то здесь, видите, они склеиваются. И она как будто вот по ощущениям пожиже, что ли, чем-то. Не пойму. Ну и вот можно заметить легкие комочки на кончиках ресниц. Я их прочесываю, но они в процессе нанесения образовываются. Так, неплохо, тоже очень неплохо. Но пока вот у них прям розовая очень зашла. Так. Хотя у нас вот это экстра объем. Я на нее тоже. Да, вот видите, нижний прокрашивают на кончиках. Комочки образовываются. Вот так. Так, сейчас второй слой. Ты маме уже мицеллярную воду приготовила, да? Тебе не нравится, как я накрасилась? Второй слой розовый, как бачок, у которой. Они прям уже, слушайте, они застыли, они не слипаются, не отличаются. А вот эти вот, я чувствую, у меня тут по бокам слипаются пока еще. Она как будто, да, вот прям пожиже. Так. Угу. Еще хочется макнуть. Что ты там взяла себе? Да. Ну, неплохо, она слаивается неплохо. За собой второй слой не тащит. Первый, вернее. Комочков так и нет. И вот прям классные объемы. И подкручивание классное. Смотрите, девчонки, издалека даже. Супер. Вот это мне очень понравилось. Тоже, слушайте. Ну, сейчас и ту посмотрим, может, я ошиблась. Но у всех все по-разному. Как, да, я люблю одну тушь, кому-то она не подходит, кому-то подходит другая, потому что и реснички разные у всех. И наносят тоже все по-разному, от этого тоже очень много зависит. Возле глаз прям так удлинились, они здорово. Вот прям, я там не очень хотела красить, но она там прям так удлинилась. Вот тут, смотрите, вот тут мне как бы не очень надо вот эту ресничку красить, но она тоже. Вот это да. Вот смотрите, это прям эффект нарощенных. Она у нас называется Next Level, а эффект нарощенных я забыла, про какую писали. Надо посмотреть потом. Причем такое четкое разделение, классное такое подкручивание. Вообще здорово. И удлинение, все тут есть, вот все. Тут сбоку у меня постоянно одна ресничка. Уже несколько лет, слушайте, ее хоть прям выдернуть надо. Выбивается из строя и портит всю картину. Два слоя. Ой, мне очень нравится. Так, аккуратно, сейчас цветочек упадет. Угу. Так, смотрите. Смотрите. Я считаю, что это вау. Так, как эти реснички себя ведут? Они еще мягкие отпечатываются, она не сохнет. Если та засохла, это не сохнет. Она до сих пор мокрая. Я вот пальцем провожу и тушь с ресниц снимаю. Как вот эта вот предыдущая новинка Кристал, да, что-то такое. Что тебе тушь надо? Нет, пока маме нужно. Я тебе не могу показать. Давайте наносим второй слой. То есть она, да, пожиже, ей нужно дольше времени на засыхание. Судя по всему. Причем мы достаточно ей времени дали, все равно. Она склеивает реснички, она образует комочки. Они потом вычесываются, но нет. Вот сейчас она за собой тащит первый слой. Снимает с некоторых ресниц первый слой, поэтому я такие танцы с бубнами не люблю. Вообще не люблю. Вот комочки, видите? Вот они. Разница очевидна, да, смотрите? И на нижних прям комочки образуются. Видите, как они здесь идеально расчесаны, в то же время длинненькие. А здесь они слиплись. Вот черная тушь мне не понравилась. Но это не значит, что она не подойдет. А вот сейчас вот пытаюсь прочесать, все, она снимает предыдущие слои и комочки. Смотрите. И комочки. Я почему-то думала, что они будут приблизительно одинаковые. Нет, совсем разные туши.
Вообще я эти комочки уже не могу прочесать. И не могу их разделить, ресницы. Не могу. Они так слиплись сильно. Более-менее божеский вид хочется. То есть это эффект, знаете, таких не нарощенных, не накладных ресниц. Эффект искусственных ресниц. Все слиплось, видите, все слиплось. И комочки, и она плюсом чуть-чуть отпечатывается. Она долго застывает. Мне не понравилось. Вот нет, вообще. Огромная разница просто между тушами. Просто огромная. Мне теперь хочется божеский вид привести их, попробовать вот этот глаз вот этой тушью. Мы сейчас попробуем еще с вами третий слой наслоить сюда. Просто вот небо и земля. Здесь вот даже после третьего слоя никаких комочков. Но они удлиняются, они подкручиваются и становятся гуще. Вообще класс. У меня, походу, новый любимчик. Слушайте, я так и про ту тушь говорила. Но нет, та тушь кристальная, я уже отзыв свой вам говорила. Нет, она отпечатывается, я только вот нашла ей применение. Наносить свёст класс вместе. Сначала одну, потом другую. Но даже и так она отпечатывается, разматывается. Поэтому нет, я даже не буду никаких танцев с бубнами устраивать. Я её, кстати, по браку можно сдать. Обратная связь ответила. Она принимает ее как брак из-за того, что она долго сохнет. О! Капец, девочки, даже от фест-класс, мне кажется, такого нет. Смотрите. Смотрите, как они подкручены. Вот меня что, ни от одной туши Фаберлик, в принципе, ни от одной туши меня так ресницы не подкручивала. Они у меня достаточно прямые, они вот так прямо растут. Их подкрутить тяжело, смотрите. Я не знаю, видно вам? Видно? Вот так. Смотрите, какие они подкручены. То есть вообще элементарно они вот так подкручиваются, встают. У меня шок. Никогда они у меня так не стояли. Что ж, прям касаются века и вообще. Потрясающе, вообще потрясающе. Слушайте, у меня один восторг. Каталог начнется, я себе еще три штуки таких возьму. Ну, еще буду ходить, конечно, красить, еще в обзоре каталога вам расскажу. Сейчас этой же тушью розовой попробую вот эти ресницы в божеский вид привести. Это что, я с такими глазами буду ходить? Один нормальный, а другой не ахти. Вычешем все эти комочки. Открутим их тоже. Тут жуть вообще жуткая. Вообще, подкручивание, девчонки, никогда. Не кюлер. Кюлер, как он правильно называется? Никогда так не делал вообще. Молодцы, Фаберлик. Просто молодцы. Сейчас будем носить и смотреть, как оно что же в течение дня себя поведет. И тут, смотрите, комочки никак не могу вычислить. Вот просто трэш. Издалека ничего, при ближайшем рассмотрении это просто ужас. Лапки паука. Хоть чуть-чуть их приблизить к тому, что на том глазу. Проще, мне кажется, было смыть. Ну, вот так, мои хорошие. Я вам свой отзыв оставила, а вы уже смотрите. Но у меня восторг от розовой туши, которая с розовым колпачком. Уже есть вообще. Придется руками вот так снимать. Ну, более-менее. Пусть вот хотя бы так. Вот, я их облагородила немножко. А тут вообще сказка. Хлоп ресницами и взлетай. Угу. Видно все равно, что вот этот глаз, он не так подкручен. То есть они неплохо тоже расчесались более-менее. Вот сейчас покажу. И как этот глаз. Проходило несколько часов, еще даже на улицу не выходили, у меня и та, и другая тушь отпечаталась. Причем та, которая мне понравилась больше, отпечаталась сильнее. Фест-класс у меня совсем не отпечатывается. Подтираю. И сейчас мы пойдем как раз гулять, там снег. Посмотрим. Пришли с улицы, как бы снега не было, но был жуткий ветер. И вот как тушь с черным колпачком повела себя на глазах. То есть она размазалась. Она размазалась, и ресницы я трогала, они были, ну, мокрые. Здесь пока все отлично. Ну что, девчонки, уже глубокий вечер. Как вы видите, тушь с розовым колпачком отпечаталась, но не сильно. То есть уже второй раз. И наверху вот небольшая точечка. Блин, мне так это не нравится. Мне так понравилась эта тушь. Я, конечно, буду дальше носить. В обзоре каталога вам точно расскажу. Потому что она мне безумно при нанесении понравилась. Но от First Class такого нет. И вторая тушь. Я вытерла то, что было. Вот она еще как везде, видите, размазалась черным колпачком. С черным колпачком вот точно нет. 1000%. Нет, нет и нет. Я никогда не возьму. Но на ваших глазах она может вести себя по-другому. Имейте это в виду. Поэтому смотрите сами. Я подготовила ватные диски. Пока у меня тут крест пальцем. Мы с вами посмотрим, как она смывается. Она, конечно, черная, First Class коричневая, она смывается вообще идеально, то есть никаких
ну, моя любимая, никаких нареканий к ней нету. Видите, кусками вот ваша аж отваливается. Вот как она ложится кусками, так она кусками и сходит. Вот этими паучьими лапками. Мама. Да, да, малыш. Вот как-то так. Нет, нет, с черным колпачком вообще точно нет. Так, давайте вторую попробуем. Реснички как закручены были, так и лежат отличненько. Вообще вот, вот прям шикарно. Идеальная тушь в этом плане. И вот то, что, конечно, она отпечатывается в течение дня, мне это не очень понравилось. Но посмотрим, посмотрим. Буду дальше ее носить. Она тоже кусочками, видите, снимается. Но это не критично. А зато на диске вот кусочков. О, смотрите, вот смыло, а ресницы так и стоят. Слушайте, стайлинг. Ресниц надолго. Чё себе. Вообще. Долговременная укладка ресниц. Стоят. Вы видите это? У меня шок. Просто шок. Все, я все смыла. У меня уже с этой стороны чистый водный диск. Смотрите, они до сих пор стоят. Как долговременная укладка ресниц. Ничего себе. Видите? Обалдеть, вообще, у меня шок. Вот в этом плане тушь вообще обалденная. Я вот ей честно могу даже простить два вот этих раза за день отпечатывания. Вот еще потру, смотрите, вниз их, вниз, вниз, вниз. Все равно. Классно. Супер. Вот этот эффект, закрываю вас, вообще классный. Я могу ей вот за ее вот этот эффект простить два вот этих размазывания. Честно, мне очень нравится. Ну ладно, буду пользоваться дальше, обязательно вам все расскажу. Пост в день напишу. Пост сравнения прям двух этих тушей. Девочки, что хочу дополнить еще по туши. Вот та, которая с черным колпачком, у меня рука к ней не тянется. А сегодня посмотрела обзор Катюшки Лав, у нее вообще вот другое впечатление. У нее нет комочков. Она говорит, они, то есть они есть, но они расчесываются и слипаются, но расчесать можно. Нет, я несколько раз ей пробовала. Комки. Комки слипаются, не нравится абсолютно и сильно отпечатывается. Хотя тоже слышала отзывы уже от некоторых девчонок, что она мега стойкая. Не знаю. Может, у меня веко такое какое-то не такое, ресницы не так загнуты, загнуты. Вот. А та, что с розовой, вот она у меня сейчас опять снова на глазах в два слоя. С розовым колпачком. Здесь вообще все прекрасно, все изумительно. Но вот я ее один день ношу, не пойму пока, она у меня совсем не отпечатывается. Другой, вот сегодня целый день ношу, уже вечер. Она чуть-чуть у меня отпечаталась. Я вот так как бы потерла, не, ну, не критично. Я опять же говорю, я ей это прощаю за то, как она ведет себя на ресницах, за то, как она их круто подкручивает, удлиняет и разделяет, никаких паучьих лапок и так далее, вот я ей прощаю, поэтому это так. И опять же, вот, отзывов много разных, если сомневаетесь, берите обе, тестируйте, там цена вопроса будет как бы ни о чем, потому что все равно разные туши, одна и та же на разных ресницах может вести себя по-разному, я не знаю, с чем это связано. Ну, во-первых, природный материал, как бы, да, это во-первых, во-вторых, наверное, еще какие-то факторы. Потому что у кого-то отпечатывается, у кого-то не отпечатывается. Не могу понять, с чем это связано. Так, дальше. Остался нам с вами отзыв по спрею новому для волос. Что хочу сказать. Вот который с клубникой, детский, двухфазный, да, взбалтываем. Попробовала на себе, попробовала на Ксюшке. Это такой среднячок. Вы знаете, среднячок. Вот чуть-чуть облегчил Ксюшке расчесывание. Мои кончики чуть-чуть так увлажнил, как бы, ну, не, совершенно практически не силиконистая текстура. То есть, когда силиконы, это видно, это ощущается и тактильно, и по расчесыванию и так далее. Облегчил чуть-чуть расчесывание. В принципе, с ним можно расчесать волосы. Но он там заявлен как спрей, который снимает статическое электричество с волос, да? А мне показалось на Ксюшке, что у нее наоборот, они после этого спрея начали пушиться. И статическое электричество, наоборот, появилось. Буду дальше тестировать, не знаю, расскажу вам потом в обзоре каталога. Так, средненький спрей для тех, у кого конкретных проблем с волосами нет. Для тех, у кого волосы не путаются, так как у моей Ксюшки, допустим, у нее там сзади вообще колтуны могут быть просто. Потому что волосы уже практически до пояса, и очень, очень тяжело, они сами по себе пористые от природы, они волнистые от природы, и вообще там просто мрак. Нет, этот спрей слабоват, но реально, но реально. Никакого там суперплеска от него не заметила. Используем, израсходуем. А так, скорее всего, больше не повторю. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылочка для регистрации в Фаберлик, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.